гипергрозовой гряды был призван... Раньше такие добрые приколы были, да, не то что сейчас. Ну, раньше еще линковали картинки волчат, потом бан получали. Мне представляю, что было пиво, еще всякая фигня, а тут какая-то либо порнуха, или там обсыкивают кого-то, такое все. Мне интересно. Обсыкивают. Давайте рост. Что, бессмертие делаем? Да. Да, бессмертие, только у меня 23 хп. Наверное, я не буду щитки вешать. Дал тебе зубы. Там уже другой танк заберет. 4 стака уже как бы. Ну, лень забирали иногда. Не ваншотит, если прижимаешься под ним. Не левую. Давай, Белин, левую, правую, 2 БДК. Так, значит, самосвод потом заберешь босса, когда получит нокдаун дебаф. Сейчас будет лужа милики. Блин, на самосводе желчь была и дебаф. Это как милизон, милизон еще пройдись. И РДД, звездочку. Это ты зря сделал так. Еще раз пройдись. РТД зону давай быстрее. Звездочку тоже. Все. Никто не умер. Потрясающе просто. Спрячься за спину босса. Лужа, лужа, отбежали. Да, все верно. На мне такси. Я ж бабу унес снять. Нет, потом. У него КД на кону. КДшится, да. Ну, точнее, у него КД на юзание этих приколов. Все, спало КД с него. Вы смогов такой добрый, что кинул на Олега МК. Я. Спасибо тебе. Чем? Есть смысл дать МК на исповедь. Ты говоришь? ДЦ, какой смысл от МК? Ну, это просто прикол, походу. Ты шо в ДЦ? Ну да, у меня другого нету. Я кидаю подавление боли. Ай, бля. Почти убил. Что за рак? Но он не умер, у него 652 хп еще было. Да, шанс. Да. О, повезло. Да, у меня хилбот что-то переместился в центр экрана, я не увидел, в какую сторону бежать. Не переживай, сейчас какой-то проблем будет. Захильте меня. Спасибо. Лучше отвести с центром. Лопнет, не успеешь дать саку. Вот их. Сейчас шамана в этот маску. О, видишь? Блин, почти. Почти. Он не ваншотает. Уже не ваншотает? Не, ну второй раз не ваншотал. Ну, потому что кольчуга и потому что кожа.
У бревна вообще броня повышена. Дерево же все-таки. Мы можем стопнуть дамаг, проверить еще раз. Не надо. ДБЖ. Ну да, да. Погоди, ДБ сейчас чемпионы будут. Да. Не напоминай. Центр, выведи. О, у нас шанс. LG, блинкуйся. Надо, не блинкуйся. Блин. Что, никто не умер, да? Да, почти ДБ сделали. Запускайте следующего трофея роли. Ой, пош. Кинь грудак там, пожалуйста, вот этот на танк там с высоты. И ботинки? Не, грудак. Призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Кому-то, если надо вещи, пишем об этом в аркане, говорю. Плащ кому-то нужен? Можно чарому? Сейчас отдам тебе плащ. Энха не пал, не пал. Паладины, дайте, пожалуйста, каску Ханту. 4 минуты. Когда я закончу, появится грозный демон. Не, блин, бей этим. Капары, ты дай МП5, пожалуйста. Я бы не кидал. Контам там, да, и МП... Или что там, да, 4 минуты осталось. Кто мы, нокдаун танчи, да? Да. У нас, по-моему, вообще один танк остался. Не вижу вообще танков больше. И одного хватит, наверное, да? Ну реально, все, кто спекнулись в ДД, кроме нокдауна. А, Белин, простите, еще Белин. Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство. О, у меня капли защиты есть, теперь я могу толщить. Химрэнд, КПГ пошли? Какой КПГ, блядь? Это... Только рейды, только хаптор. Чё, Ретрика кап защиты уже собрана? Как у Ретрика? Перехопала. Давайте хилим череп, играйте во врата. Ну ты ж ходишь с собой с этой сколы, с колбой. Другого Ретрика не было. Ретрика еще кап защиты может сделать. Ну смотри, вот, да, смотри, поводим. Не повезло. Сокинь, спали. Блин, у меня, короче, ладно, я не диспелил, потому что у меня не забиндена клава. Так я вы бы не успели, он одновременно призвал стак и одновременно молнию кастанул после этого. Смотрю, бега метка. Ты как бедня сразу охнулся. Так, давайте вулкан играем. Почему-то он справа. Давай сакру. Сакру дать при. Давай. Я Белин, уже дал. Выбегай, Белин, выбегай. Череп надо захилить. А, сакру дал, заебись. Ну, почти сделали ДБ. Моба надо добить. Ладно, на следующем боссе ДБ сделаем. Да, на следующем, точно. Марткил ему. Шо ж он меня убил? Блин, это до второго вулкана еще минута. Чё вы там вздыхаете? Шараму захиливайте. Убейте ворота, трэш не бейте. Осквернение на тебе метка.
Вот вас так и смогу здесь появиться. Пускай побудут. Ой, что вы сделали, да? А нет. На бабу Ане сделали болезненная процедура. Оф, Хэнк, снарова можно идёт? Я с паролем. Трофей. Капара, иди сюда, я тебе дам. У меня еще СРС осталось. Я выпустил кто-то. Плохо. Подходите с центра, кто там стоит. А, забагался. Я хотел куда запустить. Ну ладно. Турнир продолжается. О, я выиграл. Зло. Че, в танке, да, я буду, да? Ты, ну да, мага пытаешься. Мага? Не умею мага. Ну, можно, пожалуйста, интеллект, каску по друиду? Нельзя. Кстати, у вас один БР только. Так, у меня тут на панели, короче, три способности. Молот праведника, щит праведности и щит небес. Чё юзать? Всё, надо. Слышишь, Войт, дай каску друиду, пожалуйста. Кто запустится, босс? Войт, спасибо. Я не выбросил этот плащ, кстати. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! О, трофей. Подеребанивая боссов, нокдаун, давай ты воина потанчишь, самосвод, рогу, блин, ДК. Кто еще спикался в танках? Я еще в танке. Давай ты ханта потанчишь. Рогу шлю. Приоритет всегда на молот праведника. Так, подожди, я сказал Белину ДК, нокдаун Увара, сумасводу Рогу, Войду Ханта, да? Да. Остается у нас... Кто тут еще? А, ну, маг, ШП, тут такое. Давайте звездочку бить. Рог. Квадрат. Череп. Так, чек. Всё, погнали. Я посижу на дисплее. На массовом дисплее. Ну, если меня сейчас не убьют, конечно. Проба хилит, скачанный метрелся. Проба скачать. Сейчас прокачаешь. Вот, я умер уже. Меня ДК притянул, падла. Давайте про этого холипала кружок. Диспейте с дубасика овцу, порчу, палец. Просто воруйте ход из кружка, тогда быстрее убью. Беги. My love for you, беги, пожалуйста, когда тебя бьют. Квадрат. Череп, после кружка череп. Что-то вновь была какая-то, вроде присты раньше пальцы не кидали по рейду. Да. Это же ШП. Не, ну которые враги, в смысле. Так они были в холле присте спейки, а теперь они в ДЦ. Ой, в ШП. Вот и все. Пальцы и слава тьмы кидают.
тут же мобов несколько спеков. Вот, да. Здесь сейчас ЧП. Да, как у нас ПВП. Недавно просто, значит, не видел. Боже мой, 25 обычки испуганные, я пошел, это ужас. На чемпионах такая жесть была. Короче, все тупо стояли на месте и набивали ДПС на них. В итоге большая часть рейда умерла. Мы бегали 10 тел, убивали их. Беги, малышка, беги! Бейте ТП. Приста добивает. Да, кружок. Этих двоих уже вместе сольется, не так? Там школа их кто-то мутили. Если кто-то умрет, уже то ничего страшного. Еще удивляешься, почему я спрашиваю про брони у Ретлика. Хоть там это сердце пойди выбери, что там в лече падает. Кто еще, кроме короля лича, вы... Да, с монеткой зей. А, это типа там. Надо кому-то топор. Это вот Ретлик с монеткой. Там надо что-то. А молот не вкачан, ты будешь в архив ставить? Там один качал, ну потом перекачаем. Валькир еще далеко. Понятно, если с монеткой тащить. Да-да. Ой, ты что ты себе в испытании чемпиона не выпьешь на хп 3? На хорошее. Там конченый просто. Пускай? Да. Лишь сплотившись, кого не выбьем? Пройти последние... Ну, сыча триню, я тебе линкану. Сердце, да-да-да. Ключ сердца. Мы не знаем, как ич проносить. 13 льда пока. Потому что квик ты долго будешь, пока ты выбьешь квик, пока ключ купишь. А так на хп будет нормальное трение на броню прокат. Да, это еще... не важно. Есть еще хорошая трение, ожовный руб. Квинтэссенция паутины на хп и порой поглощает урон. У меня на Сирусе такая, она притоварит. О. Я там с нуля, блядь, вкачивался, сука. Как будто надо там каски, нет? 10 минут хватит. У меня 22. Погнали, 10 минут хватит.
Варенька, готов, Харзул? Да, готов. Запускайте. Шарам, поставь тотем на СКД. Натурал или нет, а? Можете стоять в одной куче, все равно в миллизону летит. Что такое натурал? Белый портал взяли, надо сбить по этот портал. Давайте быстренько, побольше ДПС. Поднимайте БДК, поднимайте БДК. Поднимаю. Зубы КД были. Я не пожался, сейчас не сплю уже. Ставьте босса еще разок. Локдаун, прижми притяжку. Бели на хильте тогда. Бля, давайте темный портал, давай рост. Интересно. О, буба смерть. Ах вы гады, перехилили меня, что у вас? Давайте на мейн. Как? Паладин идет, Ретрик? Да, пойду. Это топ вообще считается. Выборы колба, если по офису деть. Так, если ты... Так, если ДПС ниже... Блин, ты писал, что на Ретрика ролишь? Да, я там Марко написал. Хорошо, тогда Блин выиграл. У меня нету прав начисления, ГП накиньте 351 ему, у кого есть права. Кофей. Ура. Блин, есть права. Да, ну да, в натуре есть. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне. Корзун зашел или нет? Нет. Это значит, что... И нет, скорее всего, он бы не любил в бою. Да, значит... Пойди, Олег, на чистой славе я, славе отдам выбор. Кого начислить? Ну, за выбор. Вот это следующему ПГП, кто там был следующий ППР? Ну да, тогда Войду. Давай следующий ППР. Кстати, рыбу. Можно двойную цену. Сейчас подождем. Пока. Сам отменишь?
Не. Ждем Геру, да? Не, не Геру, ждем Лока. Без Лока не убьем, скорее всего. Без потеря, без Геры убьем. Ладно, сейчас ответим. К кому войду? Ага. Два на часы. Чё за хлопа? Вы чё? Что вы даёте? А всё правильно. Или нет? Выбор лучше, чем вот это вот, да, Триня? Да ещё раз отменить. Чем какая? Чем вот это. Ну конечно, ну ты ещё спрашиваешь, ну блин. Не знаю. Привет. Привет. Лететь надо, в инст шкафа нет, мы на последнем боссе. Короче, будет. Это лучшие две трини. Выбор и кооба на Ретрика, согласно Офи. Но некоторые павы берут чешку вместо выбора. Согласно Офи, чешка сильнее выбора. Не, на Офи было, все Ретрики бегали топ с выбором из коубы. Так. Нет, я все правильно отменил. Чешка прокает. Чешка прокает. На что? На ап, но у него пассив арп идет. А тут пассивный ап и прокает на силу. Че, сколько раз купили? Ну, целка поздновато было с этим, с дисконом. Бьерн, пойдем 10 гер сегодня? Если вы поэрелите, я просто не могу ночью много говорить в РК. Ну, я попытаюсь. Да не вопрос. У меня 3 хила есть. Ну и 2 дд, 3 дд. На престол пойдешь? Тебе же на преста там надо что-то. Ну, вообще да, я не против. У меня уже 5.9 стало. Эта чешка, по-моему, не прокает каждых 30 секунд. Я вот на коте не замечал, что каждых 30 секунд. 45. Уволю не прокатили. Смотри, там про Джерри напишут. Ну, я могу сказать про этого человека, что он нехороший человек. Скелетончик. Скорее всего. Он сказал, что стоял групплот. Когда били босса, у него залагал инет. Он ливнул с рейда и попросил не лутать этого босса на групплоте. Поэтому Джерри кидал. Это в каком-нибудь санвеле было? ЛКТ. Неплохо. Не, вряд ли Джерри. Помните его рассказ про этот, то, что он холипал в Альке? Да, я помню про холипала в Альке, про арену. Про еще что-то. Ну там, короче... Про тапки сарыски еще. Ну ладно, я поверил бы, если бы это был черный храм там Азинотки, но ЛКТ, ну блин, там что ЛКТ, что-то, ну что-то можно кинуть, хвосты. Пристабав и инту, дай. Каску по Локу. Сова вчера на нас обиделся, Олег. Ой. А который косячил там, какой-то я забыл, как ник, Апик, то ли как. Это его этого расстроил. Да типа что вы мол, что, мол, на меня ролили, мол, ничего не унес, что-то там он косячил. Филиппец с вами, готовы? Да, что, начинаем? Да, начинаем. Не-не-не, пристабав. Пристабав, да. Сумасвод и Белин танчите трэш, нокдаун босса, хорошо, хильте танков. Погнали. Ну да, он вчера классное искренение выносит. А на Синдре он тоже побежал, короче, в притяжку. К
короче, откидывал хвостом на ступеньке, он обратно в Синдру побежал на притяжке. Ну, когда лук выносит осквернение в центр, с края, мы вайпаемся зеркалом. Помнишь, как Приста убила вчера? Его в жатве держал, и в него дух врезался, короче, в воздухе убил. Когда-нибудь видели, чтобы человека кидало в эту комнату, в облачке, его убивает дух, это дух, который летит на рейд? И таких неудачников надо поискать, чтобы в облачке так убило. Ну я вот последние два дня походил просто, ну такие слакивался. Там этот дикам с трэшем падает на платформе, говорит, блин, я рак, извините, я упал. Это жесть. Запробовался с мыслями. А дикий это не Уперс? Нет. Ну из-за его террорства и гильдия развалилась его. Что за гильдия? Ancient Gods. Гильдия ж молодая, куда я развалился. Ну они там что-то ходили полгода до Вофа, до Синдры с этим Викамом. И там, и, короче, всем надоело, как умирали, ну, большинство людей. Они создали новую гильдию Welcome to Hell. И на второй неделе убили Лича 25 гер. Или на первой. Ну, на 17-м трае, но убили. Жуки. Да, жуков надо убивать. Вот тебе и показатель. Это как что там было? Молодая Орда, она распалась, и гильдию другую создали, тоже начали убивать. Не-не, Орда еще жива. Не распалась. Я вас перебью всех, гимн тотем ставьте. Давай. Вы можете курить. Я вчера с молодой Ордой ходил, они Лича убили с третьего трая в бычке. Вот, это круто. Да, ну. Так, ну, на посредине, когда мы убиваем там с 5-го, 10-го, конечно, 3-й это нормально. Так в обычке. В обычке. Это мухи. А ты знаешь, кто эрелил вчера? Ну там девочка какая-то эрелит. Не-не-не, вчера Войт психанул, короче, Синдру за эрелил или че. Да вы путаете, попутали рейды. Девочка золотой Орды, а вчера был рейд не молодой Орды, а какого-то чувака просто с лчата. Мы пришли 8 человек, и мы помогли убить Флуинс. Они вообще собирались на 4 босса сходить. Там прилист какой-то 3КГС на фул прошел рейд. Гера, ну, фаза пошла. Гера. Да, уже фаза, давайте пошли. Держи зубы. А чё? Билли, давай сакру. Так. Сумасвод, подводи трэш Белина, то, наверное, ты не собьешь каст. У тебя там билки не бесконечные. Стри, даже никто не упал. Да что за херня? Какой почти хрен ДБ, меня... почти ДБ сделали. Давайте, выкрой круто. О, надо изучить такую. Какого хрена я на последнем месте по хилу? Что, что за фигня такая? Не, последний. Да я последний. LG, заходишь на хулипала, на вторую ВК. Может что-то выпадет. Ну, варенька, понятно. Тупо мгновенками. Ну, ладно. Как меня Копар перехилил, блин. Ах ты как. Танка, смотрите, хватит хилить и все частицами. Да, мама, это буйный рост по рейду, так, на танках умножение, восстановление и все, там остальное все захилится, так. Так я ж так и делаю. Чего я на последнем месте здесь? О, наконец-то мне повезло. Левая рука и топор. Вот эта спинка классная на ретриков. Двой тролль спинку. Да у меня там ссылка силовая. Нет, обиз. Давайте, рольте тесак, тут еще кому-то надо.
Защитник королем. Вижу. Три штуки.